студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета стали призерами чемпионата Северной Евразии по программированию. Подробности в сюжете. Попасть на самое престижное соревнование по программированию за широкую улыбку не получится. Команда Института математики тренировалась на протяжении 5 лет, чтобы занять 2-е место в полуфинале. Всей Северной Евразии на разных этапах участвовало более 1000 или 1500 команд. Было предоставлено 5 часов и 11 задач, достаточно сложных, которые за 5 часов они как можно больше задач должны были решить. Чемпионат Северной Евразии по программированию является последней ступенью на пути к чемпионату мира. В составе команды 2 магистранта 1-го года обучения Артем Иликаев и Максим Ягафаров, а также 4-курсник Руслан Капралов. Наставник рассказал, как со временем менялся подход к подготовке студентов. В первое время это больше было преподаванием новых знаний, передаванием, то дальше уже это больше передача стратегии, организация каких-то процессов, чтобы они садились и тренировались, решали задачи, имели возможность ездить на учебно-тренировочные сборы. В результате жесткого отбора в финал чемпионата мира пройдут 10-15 команд из Балтии и Содружества независимых государств. Победа в полуфинале стала для Казанского университета 3-й за историю чемпионата. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.